пятничный вечер ученики старшей 17-й школы провели необычно. В Доме культуры завода «Урал» подростки танцевали вальс, польку и другие танцы, которые, кажется, уходят в прошлое. У нас удивительное событие или мгновение. Так мы называем свой проект «17 мгновений 17-й». Сегодня у нас Пушкинский бал, который завершает декаду событий, посвященной Александру Сергеевичу Пушкину. За неделю в школе проходят пушкинские чтения, квесты, посвященные эпохе писателя, а также идет подготовка к балу. Принимают в нем участие школьники с 8 по 11 классы, а началось все в 2011 году. Особое волнение предстоящий пушкинский бал вызывал у девочек. Ведь нужно было не только выучить танец, но и подобрать соответствующий образ. Но времени хватило, признается восьмиклассница Елена. Мы месяца полтора готовились, учили танец и выбирали платье. Мы с подружками заранее нашли платье и забронировали их. Поэтому нам пришлось даже легче, чем остальным. Я не знала, чего ожидать, и ждала всего просто. И мне нравится то, что я получила в итоге. В следующем году будешь принимать участие? Да, конечно. В этом году подготовка проходила, в принципе, легко, но была одна сложность. Наш состав постоянно менялся, и вот мы даже сегодня в последний раз репетировали танец уже с новым составом. Нужно ли вообще вот молодежи вот эти вот балы, или вы хотите пятницу вечер проводить свободно? Конечно, это опыт, поэтому я считаю, что балы нужны. Даже вот просто выступить таким красивым, я думаю, это приятно. Осенний бал старшеклассники уже ждут, и подготовка к нему – приятные хлопоты. Это хорошее отвлечение от учебы, говорит девятиклассник Данил. Я танцую уже второй год. В прошлом году танцевал французскую кадриль. Вот, было очень интересно, легко, прям, знаете, так заворожительно. Вот прям почувствовал танец, эпоху пушкинскую почувствовал. Прям, а сейчас танцую катальон, прям вот в предчувствии этого нового танца, в предчувствии, долго готовились, все время постоянная замена. Знаете, сейчас вот прям в предвкушении. На мой взгляд, такие балы, такие мероприятия нужны, поскольку этот бал лично мне дает почувствовать ту эпоху 19 века, почувствовать тот дух, то величие, которое тогда было. Мне кажется, для исторического и культурного развития это обязательно нужно. Вот и пролетело еще одно мгновение для 17-й школы. Школьный бал прошел успешно. Но помнить его ученики будут наверняка еще долго. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».